Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ночи пусть в законе Господне упокой. Господи, души раб, души раб Твоих. Живо будет душа моя восхвалить Тя, и судьбы Твоя помогут мне. Заблудих я гавча погибшее, сыщи раба Твоего, яко заповеди Твоих не забых. Благословен си Господи, научи меня оправданием Твоим. Святых рек обретей источник жизни, и дверайскую добрящую Господь покаянием. Погибшая в час есть, воззови меня, спаси, спаси меня. Паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Еще молимся, пока я не душу совших рабов Божьих, Дмитрия, Любови, Александра, Михаила и всех, все предлежащих на поле брани, воинов, живот свой за веру и отечество положивших. Я же простите всем всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй. Будем надеяться, что по нашим молитвам Господь дарует нам спасение, сладости и прегрешение, и примет с тобой в Царстве Небесном. Я очень благодарен всем присутствующим, кто сюда пришел, кто это через сторону. Мы сегодня даем земле 122, останки 122, которые погибли, освобождая сонную здесь, на этих землях. Вечная слава героям. Мы будем поиск продолжать, потому что они воевали за нас, за то, чтобы мы жили. Спасибо большое. Сейчас я дам слово представителю российских партнеров. Добрый день. Я представитель Генполчества, исполняя обязанности руководителя программы «Подождение». Я искренне благодарен вам всем, несмотря на плохую погоду, собравшихся здесь. Всем дамам и господам, представителям ветеран и молодым поколением российских соотечественников. Сегодня, благодаря вам, хочу выразить большую благодарность энтузиастам, которые кропотливо, ежедневно, каждый сезон проводили экспедиции, собирали останки наших самое дорогое, что это дело. Жизнь в борьбе за фашизм. Здесь лежат те, кто в свое время не допел, не доведил, не строил. Те люди, которые отдали свою жизнь для того, чтобы мы с вами жили спокойно. И вот 50 лет, 57 лет последних. Европа не знает, каких ребят не присели, как глобальные войны. Вечная память, прежде всего, этим героям. Большое спасибо от нас, от их сыновей, внуков и правнуков. И пока мы жили, никто никогда не забудет их подвиг. Это все те герои, которые вот были найдены, как сказал, в наших Гайбарской волости и Крымской волости. Вот уже почти седьмой десяток лет. Мы участвовали в захоронении тех, кто погиб в эту проклятую войну. Захороним русских, евреев, башкиров, эстонцев, немцев. Захороним
рядовых офицеров, сторонним мужчин и женщин, девушек и мальчишек. Мы, которые родились в то время, когда они погибли, стали стариками, а они остались молодыми и мужчинами. Очень приятно, что, во-первых, в Эстонии такое мероприятие. Наш район пограничный с вами, и мы, у нас тоже работает отряд «Форпост» уже 10 лет. У нас хороший мемориал сделан в деревне Мануйлово, и уже более 300 человек захоронено. Огромные потери были здесь, на наших землях, Кингисеппского района Эстонской Республики. Я, честно говоря, рад, что сегодня это событие здесь происходит, и не буду сегодня в политику вдаваться. Главное в том, что люди никогда ни в чем не виноваты, простые люди. И мне кажется, христианские обычаи, православные обычаи похоронить и предать земле останки бойцов, независимо, они все люди, они должны лежать упокоенные. Очень хорошо, что здесь сегодня такое событие. Я с удовольствием, не то что слова, я приехал сюда, чтобы сказать и высказать вам слова благодарности жителям Республики Эстония, что есть такие ребята рядом с нами на границе, которые тоже занимаются благородным делом. Находят останки тех молодых, красивых, желающих жить по 20-25 лет этим всем. Было и девчатам, и ребятам, которые упокоены в этих гробах. И помогают нам решать самую главную проблему. Все должны быть смиренно упокоены в земле. Я испытываю особое тревожное чувство, потому что я дитя войны. Мой отец погиб и захоронен, я не знаю до сих пор где он. Все поиски, которые мы проводили, родственники, конечно, не увенчались успехом, но очень бы хотелось, чтобы где-то на советской земле, он погиб в 42-м году, где-то под Брянском, вот, тоже вот прошла такая процедура, и он бы нашел свое постоянное место. Я хочу высказать искреннюю благодарность Игорю Седунову, всем поисковикам, всем, кто был причастен вот к этому благородному святому делу. Можно по гости земли, пожалуйста, каждый проходит, можно к нему.
Спасибо.